приготовь левую руку, вибрацию приготовь. У тебя звук как-то совсем мало. Да? Попробуй начать. Я могу сыграть больше, но мне просто кажется, что это для начала не очень хорошо. Как раз вот должно быть выступление, представляешь? Ну тут же нет. Я не слышал. Не, я никогда не слышал. Там у рояля идут, вот я сейчас точно не изображу, конечно. А владею. Вот так идут. Знаешь, они такие глубокие очень. Понимаешь, и они в определенном смысле сразу тебя настраивают на какое-то определенное состояние, да? Я сейчас, мы уже пытаемся с тобой найти вот это нужное состояние, да, пьесы, которые, да, попробуем. Значит, это вот, знаешь, должно, как правило, размышление, ты должен очень погрузиться в это состояние, вдумчиво, понимаешь? Вот, и ни в коем случае не подторапливаться. Вот у тебя есть какая-то торопливость. То есть вот в каждую нотку, каждую восьмушечку ты должен успеть провибрировать. Это очень глубокая музыка, наверное, думчивая. А у тебя немножко, знаешь, как будто навес какой-то звучит. Поверхностно. Поэтому нужно вот эту первую ноту сразу в струну. Хорошо. Пальцы не могут быть так в стороне, да? Ты немножко соберу их. А, окей. Где-то в стране у тебя совсем. Он просто чтобы вибрировать да, проще. Но мы когда вибрируем, все равно вот здесь у нас не будет вот так вот. А из-за этого вибрации у тебя узкая. Okay. То есть у него амплитуда, вот движение, понимаешь, да, амплитуда, что значит? Uh-huh. То есть вот она получается небольшая, не объемная. Здесь нужен объемный звук. Давай повыше. Подними вот сюда чуть повыше, и вот вибрация, смотри, вот она вот настолько вот широкая. Упражнение, да? Да, делаю. Но когда-то учился вибрировать, делал. Вот, смотри, вот это упражнение, да? Но вот смысл в том, что у должна быть вот такая широкая, да? Mm-hmm. И потом ты оставляешь вот широком здесь движение от предплечья, да? Вот оно широкое. Mm-hmm. Сразу же, чтобы звук вошел, и вот такой широкой вибрат. Попробуй. Посмотри. Нет, ты вибрируешь только вот этой частью. Типа. Только кистью. А, окей. Это... Надо все рубать. Да, надо, да. Локтевая, да, от предплечья должно быть. Вот широко, да, и чуть побыстрее потом. Вот такая широкая. Видишь? Uh-huh. Дай покажу. Просто у тебя получается, и, кстати, по звуку я покажу, да? Uh-huh. Что ты играешь, как будто такая у тебя... Да, ты играешь, да? Uh-huh. Как бы немножко сразу. Начало очень такое, сразу же, оно очень эмоциональное, очень наполненное, mm-hmm. сразу же, потому что потом тебе пиано, иначе у тебя разницы, форте и пиано, нет никакой, тем более у тебя даже не пиано, там пианиссимо. И дело не только в громко и тихо, да, это еще определенное состояние, ведь форте это что, в данном случае здесь, да,
Понимаешь? Ведь форте тоже бывает разное. Да? Да. Здесь не какой-то оно мечтательное такое, а наоборот, собранное очень, очень эмоциональное, наполненное, понимаешь, и глубокое. То есть это твое переживание. На самом деле она, музыка-то очень неспокойная, такая взволнованная. Может, даже где-то в чем-то, вот, например, в серединке, даже драматичная, в чем-то, когда кульминация у тебя наверху здесь идет. Та-ра-та-та-та-та-та, уже наверху играем, та. И там какие пассажи, ты знаешь, через всю клавиатуру. Тара, и я иду тоже, это понимаешь? Там не какие-то там такие... это серьезная очень музыка, понимаешь? С глубоким смыслом. Понимаешь, да? Поэтому ты сразу же вот бери и погружай струну. И вот вибрация, видишь, как она широкая? У тебя она вот такая. То есть тебе не хватает вот этого объема. То есть сразу же погрузить. Мячок, мне просто маловат мячок, поэтому хочется больше просить. Вот. И, понимаешь, с широкой вибрацией, и плотно, то есть от начала до конца смычка у тебя должна плотно-плотно звучать. Тогда пиано можно сыграть вот приближенно к тому, что ты сейчас играешь. У тебя скорее вот больше как второй раз звучит. Давай попробуем. Хорошо, лучше. Давай, вернусь. Значит, погрузи, надо просто вот руку так. Глаз огонь, чтобы смешок у тебя здесь не отпускался. Давай еще раз. Такой соль, си. Немножко закруглить надо. Проинтонируй лучше здесь. Не хватает? Не хватает соединения нот. Да, то есть вот это еще об этом говорил. Вот в конце здесь не соедини, отпустил смычок. Вообще смычки у тебя отпускаются. Попробуй сейчас вот максимально вот по открытой струне проведи просто. Качественно звучать. Давай еще раз так сыграешь, да? Погружаешь. Знаешь, как получается? Нота не сразу, а как бы то вот просто я тогда я боюсь, что я акцент сделаю. Ты должен плотно сыграть, но без акцента. У тебя развивается. А вот сейчас акцент. Но она типа... Ты начни вот так. Руку расслабь, отлично. Готовь левую. Сейчас сам попробуй.
начинаю сначала небольшим вообще смычком. Но я не поверю, смотри, вот какая тут еще сложность, чтобы мне это не было каким-то вот таким, да, звучанием, шелестение, да? То есть все равно немножко прижимаю, но просто за счет количества смычка мы меньше идем, не на весь смычок, да? Получается приятно. Понятно, да? И плотность немножко меньше. Давай еще раз это соединим. Понятно? Вот этот стык очень здесь важен. Отсюда? Нет, сначала. Сначала. Значит, смотри, у тебя не все смычки получились. Что-то получилось, что-то нет. Смычок, да, вот ты здесь немножко мало оставляешь на соль. Да, вот это соль. Сними руки, сними, опусти. Встань сюда, просто не увидишь эту игру. Если мы форте играем, то как он играет с такой широкой, да, то... Вначале у нас вот такая вибрация, то на пиано можно вот такой играть. Типа более мелкой. Да, более мелкой, более собранной. Так, получается. Понимаешь? Тогда еще будут разные краски у тебя получаются. Понятно, да? Вот это нужно помимо правой руки, да, когда отработать нужно правой руки, да, чтобы у тебя получалось соединение хорошее, да? Давай попробую все-таки с форта еще сыграть, да? Сначала? Да, да, да. Только с освободи плечи, сядь. Значит, и вот широкой рукой давай раскачиваем. Это не страшно. Сейчас он так вот так тебя ездит, и не пугайся. Мы ее пытаемся раскачать для того, чтобы собрать потом. А ее прям обязательно нужно вот с большим пальцем, чтобы он прижат был. Нужно прям обязательно вибрировать с прижатым. Нет, он просто здесь находится. Ни в коем случае ты его не прижимаешь. Он просто приставлен здесь большой. Ну, то есть отпускать его нельзя? Лучше в сторону не надо. Хорошо. Вниз можешь немножко. Ну, так в сторону двигать, потому что наша рука вот так вот это уезжает сюда. То есть она собрана все равно ручкой. Вот.
напряженной. Mm-hmm. А рука во время у нас вибрации должна быть свободна. И ты должен найти вот это состояние. Знаешь, вот она такая, знаешь, ведь она должна быть вот мягкая-мягкая ручка. Вот она свободная, знаешь, вот очень мягкая должна. Mm-hmm. Если ты чувствуешь, что у тебя где-то зажимает, значит, ты неправильно делаешь. Mm-hmm. Но проблема в том, что я даже этого не замечал, что он у меня зажат. Вот последи. Смотри, вот палец, вот видишь, он зажатый такой, mm-hmm. большой. В смысле пальцы? Да, они вот это вот так играют, это прямым пальцем. Но это много, вот, вот как тебе, да, вот так. Чем уже от предплечья. Mm-hmm. Ну, следи за большим пальцем. Палец у тебя напрягается, мне кажется, как раз большой палец тебя именно он не подводит. Большой палец. И немножко сюда собери. Вибрация не должна быть судорожная. Она у тебя судорожная. Она Thank you.
тебя смотрю, у тебя было все время вот такое ровное видение. Вот как вот, вот на пиано, оно медленно, тоже равномерно, видишь, без всяких. У тебя пока не получается. Вот сыграй сейчас вот. Давай это сейчас мы тему сыграем с тобой без вибрации, чтобы не отвлекаться. Вибрация. А с самого начала или второго? Нет, вот это второе. Да. И смотри, ты вообще в принципе должен проучивать и без вибрации. Mm-hmm. Для того, чтобы выровнять по звуку, да, и вычистить. Да, поэтому не всегда учись вибрации, да? Не всегда. Сейчас без вибрации, да? Но следи за крышком, чтобы ровно звучало все. Ровно, все. Сейчас немножко двигаться за твоим движением руки. Mm-hmm. То есть, значит, что я имею в виду? Вот ты сидишь, ты идешь, вот абсолютно неподвижно. Да, то есть вот, вот даже, мне кажется, даже боишься куда-то в сторону посмотреть, в принципе, да, то есть вот человек, например. Вот ты начинаешь с мячком, и ты за ним вот пошел корпусом всем. И тем самым ты помогаешь немножко вес направлять там в ту или иную часть мяча. Понимаешь, что мы, ты берешь быть вместе с руками, понимаешь? Угу. Просто ты даешь какую-то дополнительную сложность рукам, понимаешь? Ну и в принципе это гораздо артистичнее, если ты как-то будешь вот, вот в образе находиться. А то получается виолончель отдельно, ты отдельно. Я сразу вспомнил Глеба. Да. Когда он Ноктюрн играл, да, у нас в оркестре. Да, и что ты там вспомнил? Ну, что, двигался? Как его вот этот вот Севестунов как раз говорил, Глеб, вот ты выходишь такой весь в образе, он нам еще сказал, не мешайте ему выходить из образа, вот да, что-то такое, и как он еще играл. Да, ну вообще очень музыкальный. Так. А он сейчас, получается, он на 10-м году, типа, просто учится, или это как-то за день? Нет, он в 8-м классе, в музыкальной школе. Он в 8-м классе, а обычный в 10-м. А. Да, у него была травма серьезная, позвоночник, он пропускал там. Он ломал позвоночник. А он концерт Чинсанса не играл еще? Нет, не играл еще. Следующий год планирует. За вторым? За первым разом. Значит, что мы делаем? Что надо делать? Ну, надо погрузиться в исполнение. Так, а что еще надо делать? И? Сейчас помогай конкурсом. Второй пальчик. Давай так сейчас. Ой, да, я забыл. Смотри, закрой глаза. Вот не открываешь их, вот никого нет, ни меня, ни вообще не в классе, а где-то в другом месте находишься, да? Только есть ты. И постарайся сейчас вот все то, что мы с тобой делаем, следить, чтобы там у тебя все соединялось, хорошая вибрация. И еще помогая корпусу, немножко двигайся. Давай. Ты сразу же с движения начинай, двигайся. Давай еще. Подожди. Так, глаза закрыл? Да? Смотри, как по смычкам, ты помогаешь вот сюда довести. И в эту сторону, смотри, тебе надо к концу смычка, чтобы было вверх.
какой-нибудь левой руке. Угу. Попробуй, подвигай. Давай. После часа игры, я если одно и то же место сыграю в начале занятий и в конце, оно намного прям музыкальнее будет, и звук будет лучше. Я это имею в виду. Понятно. Ну, смотри, в любом случае, когда ты выходишь исполнять, у тебя один раз только есть. Я знаю. Правда, выйти сразу надо показать себе, да? Поэтому все равно даже дома, когда ты занимаешься, должен максимально... А, вот еще, кстати, я вспомнил, я же играл вот на... экзамене в декабре я играл три части вот этого Баха. Мне еще вот потом папа сказал, там есть вот эта вот реприза, она в первой части два раза и в третьей. И так далее. Он мне сказал, типа, я ее вот в третьей части в самом конце, когда она была, я ее сыграл намного лучше. Типа, как бы в первый раз в самом начале. Я ее сыграл просто, ну вот как я обычно играл в самом начале. Mm-hmm. Потом в конце первой части я уже чуть лучше сыграл ее, и в конце третьей части, типа, пик был. Ну, типа, mm-hmm. лучше всего я ее сыграл. Mm-hmm. Вот. Но даже тогда это то, что тебе как раз удалось больше погрузиться в музыку. Значит, это mm-hmm. твоя. Ты должен понимать, что у тебя есть такая особенность, что ты должен лучше настраиваться, и больше тебе нужно времени для того, чтобы погрузиться в музыку. Mm-hmm. Понимаешь? Значит, ты должен быть к этому готов, и должен до этого хорошо разобраться, хорошо как-то погрузиться, может быть, чтобы тебя никто не отвлекал и так далее. Но у всех разные какие-то секреты в этом плане. Но, по крайней мере, когда ты закрываешь глаза, тебе это помогает. Я тебе советую часто закрывать глаза во время игры, пробовать вот такой вариант. Потому что ты отвлекаешься от внешнего какого-то раздражителя, больше погружаешься в себя, и больше себя чувствуешь, и больше... Даже руки лучше чувствуют. Не знаю, я вот, ну, типа, я обычно, когда дома играю, я могу просто там начать смотреть, к примеру, в стену или на шкаф свой. Просто тупо смотреть. То есть мне не обязательно закрывать глаза. Но у тебя все равно зрительное... Не, я вообще... Зрительное все равно у тебя работает. Не, я типа смотрю, я даже не понимаю, вот что это там, что я понимаю, но вот все равно, когда ты закрываешь глаза, у тебя это, так сказать, часть, так сказать... Мозг, можно так сказать, отключается. Mm-hmm. И включаются другие. Это нормально, так у нас так устроено в организме. И поэтому ты закрываешь, у тебя включаются другие ощущения человека, понимаешь? Mm-hmm. Вот. Поэтому как раз вот это больше для этого нужно. Mm-hmm. Даже не то, что как тебя что-то там отвлекает, а тебе просто помогает почувствовать что-то другое. Да? Мышечный аппарат свой. Себя вообще просто больше услышать. Сейчас попробуешь разыграть, сейчас вот было лучше. Может быть, не, так сказать, пока это у тебя как-то не очень естественно это движение получается, вот ты тоже в этом направлении двигается, понимаешь? Угу. Давай сейчас попробуй, только форт, чтобы у тебя было, да, вначале? Закрой глаза, настройся, смотри, закрой глаза, посиди немножко так, и потом только начинай. Они у меня еще просто, когда я их закрываю, у меня, типа, они сами хотят как бы открыться. Ну, ты уж... Попробуй так настроиться, что ли. Угу. Ничего только проводить. Широко, двигайся. Thank you.
смотри, ты в этом направлении должен поработать, пока, конечно, у тебя смычки отпускаются, у тебя нет просто равномерного. Мне кажется, я сейчас даже пережал в какой-то момент, потому что было такое, что, ну, не скрипнул, но как будто слишком сильно я надавил на струну. Ну, это ты должен, конечно, контролировать, но плотность, конечно, ты все равно немножко не добираешь, все равно при этом. И соединенности в смычках. Во-первых, ты не доводишь просто инвентарь, второй, ты отпускаешь смычок к концу. Тебе надо все это вот одним звуком и вибрация. Сейчас она была чуть получше, но все равно немножко закруглить руку и как-то найти вот эту широкую вибрацию, поискать ее. Закруглить руку надо закруглить точно. Немножко она тебе там прямым пальцем двигает. Вот, и запомни, да, что вначале мы играем более широкой вибрацией, амплитуда, да, широкая, а второй раз она не мелкая вибрация, но просто амплитуда чуть уже, не так размашистая, то есть собраннее должна быть вибрация. Понимаешь? Дальше давай посмотрим. Да, потому что с жилета начинает, а нет? Нет, там на рест, нет. Я вот поставим такую аппликатуру. Значит, первый будет флажолет. Окей. Значит, первый вот это будет флажолет, потом первый пальчик. Спокойствие.
вверх, второй си вверх. Вторая си вверх. Да, вверх. На одной струне сыграть. Тара, потом на втором. Но на ретто более мягко звучит. А здесь не нужно. Нет, смотри, у тебя тебе на ретто только вот здесь начинается. Угу. А вот тут уже вторая струна. Вот тут уже уйдешь как раз на вторую струну. Видишь, потому что у тебя здесь и пиано. Как раз это будет логично. Что ты закончишь тара, и потом тихонечко. И уже на вторую струну. Нет? Давай еще раз. Значит, шире расставь это по времени. Немножко шире даже. Вот ты сыграешь. Ты немножко сокращаешь. Да. Thank you.
очень мешает. На самом деле тебе это мешает. Это какая-то зажатость здесь в определенном смысле. Если ты не можешь спокойно за сучку подвинуться, значит, у тебя какая-то есть зажатость. На это нужно обратить внимание. Понимаешь? Сейчас я назову тебя через минуточку. Просто я раньше на это внимание никогда не обращал, хотя я видел, что кто-то так играет. Обрати внимание, это не то, что ты не музыкальный или так далее. Это говорит о том, что у тебя статика, значит, у тебя есть какая-то зажатость. Ты не можешь освободиться, не можешь погрузиться, не можешь даже как-то себя отпустить просто. Эмоционально в том числе. Понимаешь? Попробуй немножко вот здесь. Та-па, как удар колокола. Давай мы с тобой сыграем, может быть, по кусочкам как-то. Ты начни. И я так уже процесс поделюсь. Да, тогда остановиться. Ну, у тебя разбор, да, только? Да. Такой. Значит, ты играешь это после какого концерта? После Гультермана. Третьего? Да. Роллер не играл. Роллер нет. Я его хотела взять, но. Так сложились обстоятельства, что я в итоге решила это взять. Сложились обстоятельства. Ладно, хорошо. Начни что-то. Все-таки постарайся, я понимаю, что текст у тебя новый, максимально как-то сыграть музыку. Хорошо? Да? Посчитать. Раз и два. Давай так. Слух, считаю.
Технологически, то есть вообще отдельно даже вне произведений, то есть не гамме, да, ты как-то занимаешь, работаешь, вибрация? У нас всегда типа гамма без вибрации. Ну, типа. Нет, гамма, конечно, не прям без вибрации, имеется тут отдельное упражнение в гамме для развития хорошей вибрации. Если я работаю на ней только. Вот нужно поиграть еще, получается, гамму с вибрацией. Да? Вот сейчас это сделаем. Давай сначала обязательно вернемся к этому. Сейчас сыграешь без вибрации в эту первую тему. Значит, следи, смотри сейчас за ровностью смычка, за ровностью ведения, за распределением смычка. Да? Последи, пожалуйста. Проводишь, а потом облегчаешь смычок. И ничего не звучит. То есть плотно прижимаешь.
дальше аккуратненько. Тут нужно так повернуть, приблизить, да, к соседней струне. Тебе немножко так сыпется, как бы, да? Как бы с натягом играть так все. Вот соединяя, утрированно соединяя ноты. Знаешь, вот как магнит, как будто ноты у тебя на магните, когда ты их вот собираешь как конструктор какой-то, понимаешь? Они у тебя на каких-то болтах там, то есть, понимаешь, то есть они. Надо проработать без вибрации, без всего правой рукой с хорошим распределением смычка. Еще раз начинаю. Сначала. Thank you.
вся фраза, смотри, вот, которая у тебя была с самого начала, она приходит к этой фразе. Да. Поэтому больше ничего ты сделаешь. Правильно, ты знаешь, как получается? Ты играешь. Продергивается на соль. Скорость мячка нельзя. Медленно, постепенно. Учить это все быстро. Это хорошо, конечно. Мотивацию учить быстро, но нужно тогда заниматься больше правильно все-таки, да? Mm-hmm. Если ты хочешь, там будет очень качественно представить. Тогда лучше не ехать на помощь. Mm-hmm. Крещение до конца.
смотри, дальше играем, да? Да. От конца. Аналогичная задача. Давай вот сыграем этот пассаж, который тут в конце. Вообще всевозможными разными штрихами. Там можно даже два или на две отдельно сыграть. Потому что там, во-первых, вот этот переход, и он обычно очень ритмичный у многих. Та-т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 а, чтобы он был ритмичный. Хотя давай тут все-таки сыграем. Считаешь как? Четвертями, да? Да. А дальше что? Дальше триумф. Thank you.
четверка, где начинает? Ну, с фа. Вот, значит, си, до, ре, ми, фа, 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 фа. Разберись, пожалуйста, сыграй деташе. Си. Вообще, вот так часто становится, понимаешь? Ну да.
Приходит.
вам сыграть вибрацию, что установить? Как вам все? Мажор. Ваша сыграть, может быть, вообще даже там, не знаю, три октавы там включу. Нажимаешь, как будто туда прям вжимаешь.
Ты играл в метко? Нет. А какие ты упражнения делаешь тогда? В гамме. Просто гамму играем. Просто гамму всегда играем. А, упражнение для вибрации. Да. Вот это вот тебе скажи. Ну вот нужно еще добавить гамму. Хорошо. Так, давай Катю. Я помню. Так, отсюда у нас ли. Так, ну давай построимся сначала и медленно-медленно, да, поскольку я только набрала, сыграем там хотя бы несколько строчек. Построимся сначала. Построимся. Можете, пожалуйста. Сыграй, я сейчас я скажу. Выше. Опять же проверяешь руку и также опять делаешь такое движение, чтобы они тебя освободились.
При этом, вот, они, чтобы не просто ездили по тросе вот так, да, то есть они на своем месте стояли, но вот были свободные такие, да? Это как раз во время идут, они должны быть такие свободные, понимаешь? Что ты почувствовал, да, вот они же, вот. Так должны быть во время игры. И кисть тоже свободная, соответственно. Давай, пробуем. Медленно-медленно. Расслабление мышечного, да, то есть до, мягко-мягко, до ми, соль, фа. Уже есть напряжение какое-то в твоей руке. Ты хоть сыграл всего несколько ног. Вот тут, смотри, вот расслабь, вот здесь в плече, у тебя сейчас за плечом, вот тут тоже, смотри, все вот мягко. Вообще максимально старайся вот расслаблять. Да, просто, наверное, не понимаешь, да, как можно свободными пальцами и рукой играть, да? Ну, есть такое, да? Есть. Свободно, медленно, медленно. Просто я не понимаю, ну что вот нужно сделать, чтобы она расслабилась?
Просто вот так вот останавливаться и... Да, да, потому что не чувствуешь вот этого движения, да. Ты не чувствуешь свободу своих рук. То есть ты аппарат свой пока не можешь контролировать и не очень хорошо чувствуешь. То есть ты понимаешь, что зажат тогда, когда ты уже тебя болеть начинаешь. Ты устаешь уже так, что ты не можешь играть. А вот этот момент от свободы, когда ты свободна и зажат, ведь первый, когда ты зажимаешься, в первый момент ты можешь не почувствовать этого. У тебя никаких не будет, например, симптомов, так скажем. Вот. А потом они появляются уже, но уже поздно. Поэтому этот момент останавливаясь, вот прям сольфа. Проблема в том, что ты, вот много каких-то разных движений у нас есть, да, в смычке. И тебе нужно отдельно каждое проработать. Вот, допустим, смена сейчас как сольфа, диасоль. Это несколько раз проблема, что ты сыграл миллион раз, и думаешь, так вот, плечи, там, да, руку здесь, так вот, вот, да, вот. И запоминаешь так вот эти ощущения, вот они, я их запоминаю. Понимаешь, вот так случится. То есть это очень такая вдумчивая, медленная работа. То есть тебе играть быстро пока нельзя, потому что в быстром темпе вот это идет, ты не сможешь, не успеваешь отравлять. Потому что движений много, пока ты думаешь, уже следующее движение, понимаешь, начинается. Вот. Поэтому ты старайся так медленно-медленно, а потом уж потихонечку увеличивать темп, когда уже будешь по свободу себя чувствовать. Да? Ну и что, давай. Все вот это, мы играем всю эту строчку пока. Ну и все? Да. Найти то положение, то есть вот свободно играешь, останавливаешься, да, потом, и понимаешь, а где, в каком месте у тебя оно свободен. И запоминаешь, не бойся, что он у тебя съедет. Ты же сейчас меняешь немножко свою в руке, ты не бойся этого, пускай он тебя немножко где-то уедет. Ты его обратно ставишь. И так вот ты найдешь вот это место, где у тебя максимально будет удобно. Thank you.
лучше, он уже лучше. Вот потом, когда же ты пришла, когда там, первый день, да, у тебя совсем все ничего не было. Сейчас вот медленно, но это, понимаешь, это просто набраться надо терпения, это долго. Это не думаю, что ты неделю поиграла, у тебя все равно лучше не стало, и, ну, так, ощутимо. Нет, это вот на самом деле это месяцы. Так, по-хорошему. Вот так вот работа. Но ты должна делать это каждый день. Угу. Да, каждый день. Ну, прям, может, совсем-совсем чуть-чуть, но не так сильно прям. Да, вот, потому что нужно проработать именно так медленно. А потом ты играешь разными штрихами. Вот это видишь, что написано, видишь, деташе, и что написано? Вариант длинный. Да, то есть мы комбинируем штрихи, что значит комбинируем штрихи? Ну, по два. Комбинируем, в нем уже вот корень, в нем вот комбинируешь. Комбо. Значит, все вот, сочетание разных да, штрихи, разные. То есть какие, например, деташе и легато. То есть мы играем два лига, две тени. Можешь сейчас играть маленький кусочек? Значит, ты играешь сейчас на пол смычка, тебе на весь не нужно. Ты играешь, смотри как. Доми. Дом. На весь смычок легат, потом в разных частях получается отдельная нота. Но в данном случае мы играем там во второй, первый смычка, и все играем одним количеством смычка. То есть на лигу надо экономить.
То есть на лигу ты экономишь, а отдельно ты чуть быстрее проводишь, чтобы у тебя было всегда одно количество мяча. Медленно, но посложнее уже будет. Thank you.
смотрим. Кстати, смотрим. Значит, здесь есть уже широкие такие смычки, да? Конечно, если мы говорим про исполнение нотно-барочной музыки, да? Вивальди, да? Если использовать какие-то игры по-барочному, там будут немножко другие приемы, там будет останавливать смычок, там филировать. У нас сейчас будут совершенно другие задачи здесь. Мы сейчас вот стилистически это потом будем заниматься, вы будете заниматься, точнее. В первую очередь сейчас технологически. Попробуем вот продолжить работу, которую мы сейчас с тобой занимали, да? Но уже более широкими штрихами. Да, здесь вот если начало та-та-та, уже вот это движение оно широкое. Я говорю, только первый половина почему. Вот давай попробуем вот сыграть. Вот буквально тоже там вот первую строчку, мы там ноль не помнили. Значит, старый вот отсюда начинаешь и широко играешь. Thank you.
движение сложное, казалось бы, да, чтобы у тебя правая реагировала. Правая, она вот только что-то отработала, запоминает, да, отдельное движение, понимаешь? А у тебя пока тесная связь, а руки другой. Вот если у тебя... Так, значит, мы сначала будем играть с тобой. Что, марш? Давай сначала сядем, хорошо, ладно? С мячком играю. Я с мячком на концерте играл. С мячком играл? Угу, ну только восьмушечный. Да, у меня еще. Угу. Так, еще. Хорошо, сядем, как хорошо, да? Так, чтобы она, знаешь, вот глубоко на ночи не должна ходить туда. Вот она должна, смотри, вот только нижний. Край, вот этот нижний край, нижней печати должен в ножки входить. Остальное вот сюда. Чуть выше. Хорошо. Вот, и немножко в сторону. Так, да, чтобы тебе голову выпрямить, можешь выпрямить? Или кого мешает? Мешает. Мешает. Ну, сейчас. Да. Сейчас найдем так, что не угодно. Лучше? Да? Так тут.
обижаются. Так. Чуть прикосновение к алкоголю, конечно, есть. Побольше немножко ляточку сделаем, чтобы она вытащила. Вот так же. Наоборот, в другую сторону. Вот в эту? Угу. Сейчас, а мы сейчас найдем. Ну, вот так не мешает. Вот, хорошо, давай так. Хотя она, конечно, не здорово стоит, а если вот так, вот не сама не поставила. Так, если. Это стул еще подходящий, видимо, еще. Она поближе, по идее, как надо. По идее, она вот должна быть. Же, но только по идее, она так, вот так должна быть. Вот выпрямись. Голову можешь выпрямить? Да, ну у тебя просто не очень подходит размер, честно говоря, мы это уже в прошлый урок выясняли, да, что не очень подходит размер. Ну давай хотя бы там хоть как-то приспособились. Давай, значит, мы сейчас с тобой сыграем марш, да? Давай, сыграй, пожалуйста. Чемножку в сторону, от шеи, от шеи немножко подальше. Сначала с тобой разберемся, все-таки это марш. Угу. Характер какой он тоже. Ну такой серьезный. Побыстрее чуть-чуть. Но у меня просто смычок. Тогда ходуном будет, да? Неровный, да? Угу. Просто, конечно, я понимаю, что тут у тебя какие-то технологические пока задачи стоят перед тобой. Вот. Но все-таки марш, он такой более подчеркнутый, да, как маршируют, угу. Да? То есть какой-то такой более решительный по характеру. Да? У тебя такой больше похож на прелюдию. Вот следующий, который пьеха. Ну ладно, это мы сейчас с тобой добавили. Давай для начала мы с тобой еще разберемся с ведением смычка. Да? Пальчики, смотри, если начинается постановки, да, пальчики, они немножко так по свободе должны быть на колодке, да? И самое главное, не напряженные пальчики должны быть на колодке. Вот смотри, вот так сейчас проверим. Напряженные они все, не напряженные. Держи только пальчики на месте. Теперь попробуем сейчас еще раз сыграть марш, но только немножко чуть-чуть поувереннее, чуть-чуть поплотнее, вот, свободными пальчиками. Давай. Идет, пока без акцента. Подальше от шеи, значит. Подальше.
не надо его разговаривать. Вот так. Поехали. Потому что обратно ты не можешь вернуть сюда вот, не работает.
И, конечно, немножко понаднее. Сейчас я думаю получше. Так, давай, это понятно, да? Давай следующего перейдем. Следующий у нас с тобой, давай, что? Что ты хотел? Котенька, да? Давай сыграем один разочек. Сначала пицциката. Ты соединял его руками, да? Двумя руками играешь. Да? Так, сначала что мы делаем? Мы садимся ровненько. Мы туда не смотрим. Не смотрим туда. Не смотрим. Не надо шею. Шею, шею. А зачем шею это твоя? Стой вот так вот. Вот так вот сейчас идешь. Ты должен быть определенно. И ко мне двигайся. Опять ты уехал. Уже привык. Ко мне двигайся. Вот так вот. Двигайся ко мне. Мы встанем, уезжаешь на стуле. Так. Привык, да, что у тебя шея к шее вот так? Угу. Ты не можешь уже. А так надо двигать, двигать. Вот сюда подушку, думаю, приди сюда подушку, наверное, на начале. И здорово. Да, и вот. Вот как раз нужно расстояние. Я уже посылать, если что. Давай, значит. Подожди, какой размер у нас тут? Три четверти, да? Мы на три считаем. Раз, два, три. Поехали. Просто так играл. Смычка побольше делал на первую. Угу. Нет, давай не будем все-таки, потому что это же мелодия у тебя, это в аккомпанементе так может быть. А у тебя же не аккомпанемент, у тебя мелодия. Ее надо выстраивать сразу. Ре-ре-ми-фо, ре-ре. У тебя так же, да? Угу. Давай поровнее все сыграем, пойдем одинаково. Просто Елена Сергеевна уже... Ну, это, видимо, как было упражнение, но так эту песенку не надо исполнять. Не, ну я на концерте так играл. Да? Все-таки. Еще раз, давай, одинаково нотки сыграем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз. Не, ты пропускаешь нотки от некоторых. Давай еще раз. Просто я уже... Поровнее, попробуй сейчас поровнее. Ладно, Сабрина, надо выделять первую. Ре, ре, еще сыграй. Две нотки ре. Чувствовать трешки можно.
Но когда все-таки ты исполняешь, это странно. То есть получается, одна нота есть, а других, две других вообще нет. И вообще непонятно, где фраза. Просто какая-то пульсация, больше ничего. Метр только есть. Давай еще разочек. Ладно? Постарайся ко второму танцу. Значит, ты ведешь, вот смотри, сюда, сюда, да? А что значит фразу делать, ты понимаешь? Да, что значит фразу делать? Что это значит? Это значит, мелодию ровно делать. Умеем. Ровно. Надо, значит, устремлять к этой нотке. А что значит устремлять? Делать к ней крещендо, подводить к ней. Ре, ре, ми, фа, ты как бы к ней подводишь. Понятно? Крещендо делаешь к ней. Понятно? Увеличиваешь звук. Поехали. Ре, ре, сюда крещендо, фа. Поэтому смотри, вот это ре держит немножко тише. Не надо так лупить, как бы, первую, третью. Не надо, не надо. Значит, смотри, ты делаешь сейчас вот сюда крещендо, начинаешь тише. Тише, начни, пожалуйста, тише. Ры, сюда крещено, сюда уже фу. Пойдите. Ты играешь как палец. Знаешь, играешь ры. Да? Надо, это перебор. Перебор. Смотри, надо ры, начать немножко тише. Ры, потом сюда. Thank you.
Паулина вообще образовательная. Она просто шею выворачивает себе. За фортепиано играет и смотрит на очень много. Но потому что у вас там на вашем отсутствии, да? Поставь ручку там, давай. Только не смотри туда, давай, поставь. Посмотри один раз и все. Больше не смотри туда. В принципе, там вообще должно получаться шея, дальше. Убери их очень-очень-то близко. Вот так. Ноги поставь, хорошо. Это еще характер, да? Просто краской относится.
Ну, первый раз ты все-таки поярче сыграешь, потом у тебя пиано, да? Сыграй, пожалуйста. Ну, давай сыграем, поинтереснее. Просто он здесь притаился, затаился, зайка. Вот здесь вот затаился. От волка? Ну, да, или лисица от кого-то там, да. А вот тут опять громко. Да, все, опасность миновала. Угу. Давай. Даже не лупи, не лупи, не только это слишком, не лупи так. Чуть помягче, да? Так, ну давай, давай, скок по скок сыграем, хорошо? С мешком ты выбрал?
Нет, я с мальчиком не играю. Не играю? Давай, сюда, ближе, ближе, ножку. Четверть мы играем как? На весь мячок, а восьмушечки? На пол. На пол. Давай попробуем играть. Не было такие. Четверти вот такие какие-то. То есть восьмые. Еще быстрее. Нет, почему? Они же в два раза медленнее. Четверть. Поэтому мячок ты ведешь по праву. Да, не надо. Давай, готовь. Готов, левую руку. Ну зачем тогда так утрудняться? Можно было половинные написать. Да, а как музыка такая? Давай. Так задумано. Кругленькая. Присаживать, видишь?
Какое задание? Разработать вот этот пальчик и посадить его лучше вот так. Понимаешь? Поиграть вот такое упражнение. Потом, конечно, когда вот играл марш, надо постараться играть немножко чуть плотнее, вести ровно смычок. Да? В левую ручку, конечно, не смотришь туда. Максимально не смотришь. Потому что звездочки скоро тебя оттуда снимут. Вначале. Да, и ты должен будешь ориентироваться уже по слуху и мышечно. Елена Сергеевна, ну, она новые позиции поставит. Либо переставят. Ну, вообще лучше, конечно, без них, честно говоря. Они как бы совсем не для виолончели совершенно. Вот, и ручку надо сюда вперед. Вот левую. Она у тебя где-то там сзади тоже, да? В общем, нужно вот над этим поработать себе. Значит, мы с тобой играем этюд. Кого у нас? Себастьян Ли. Давай. Еще разочек, да? Как-то не очень уверенно, да? Ты текст-то как знаешь? Не очень, да? Пока еще знаешь. Новый этюд какой-то, да? Да, это новый. Да. Давай еще раз его сыграть. Смотри, нужно, конечно, его сыграть в первую очередь ритмично, да? Давай попробуем. Может быть, темп чуть медленнее возьмем, да? Но ритмично, ладно? Да. Знаешь, какой извини, момент такой? У тебя уезжает из позиции немножко. Вот от первого пальчика очень много зависит. Если ты его начинаешь ко второму вот так двигать, смотри, постоянно, то позиция у тебя уезжает, и потом все дальше и дальше, ты вообще все дальше и дальше из позиции уезжаешь. Поэтому первый пальчик все время держи вот на месте, да? Так, в растяжке его надо держать, да, немножко от первого, от второго пальчика, да? Давай. Давай, сыграем сейчас, называя ноты, да, чтобы, может быть, проще так у тебя. Или нет? Сложнее. Сложнее? А ноты знаешь? Дальше нет? Давай проверим, знаешь, что ноты или нет? Я тебе буду подсказывать. Давай. Ты играешь и называешь. До, до, си. До, наша, ре, си. Я, со, ми. Ну, уехал, видишь, уже первый пальчик держи его крепко. Пальчиками струной. Хорошо. Молодец, Даша.
первым пальчиком только бей. Вот смотри, у тебя хорошо, пальчики все над струной. А часто они у тебя где-то вот там. Да, то есть надо чуть-чуть ближе так струне держать. Хорошо? Mm-hmm. Ничего, так, значит, вот мы разобрались, выяснишь, но вот все-таки знаешь. Да? Mm-hmm. Давай сыграем сейчас, знаешь, есть там небольшая хитрость, которую нужно выполнять. Пальчики мы не всегда понимаем. Если это не нужно, мы их не поднимаем. Они на струне у нас находятся. Сейчас вот как раз вот здесь это будет место. Давай сыграем еще сначала. Я покажу сейчас, где. Давай. А для этого на кругле ручку надо поставить. Вот. Припинай только мизинчик мешает. Вот. И дальше поднимаешь четвертый пальчик только. Уже си. Или. Да, и вот такая маленькая хитрость. И эта хитрость позволяет тебе позицию держать на месте. Потому что когда ты приподняла, понимаешь, вот, к сожалению, ты потом не ставишь на это же место уже ручку. Давай еще ручку, да, Света, поняла, да? Но для этого надо круглее ставить, и получается надо ручку так поднять. Вначале так не надо, уже попозже еще поднимешь так. Давай. Как же я понимаю немножко? Круглее, вот этот мизинчик мешается. Круглее, хорошо, дальше. Семь. Молодец, дальше. А вот смотри, вот я про это место говорила, видишь, у тебя пальчики здесь. Держи над струной. Дальше. Все только ровненько. Да, а дальше тоже есть хитрость. Я тебе скажу, какая до си, сыграй до си окончание. Си держишь, ставишь соль на другую струну. Соль. А потом только переставляешь ми сюда. Ми и первый палец. Первый пальчик. Ми. Дальше ми держишь. Держишь. Только кругленький надо держать. Видишь, тоже надо держать его. И дальше спокойно возвращаешься в позицию. Во втором. Поднимай пальчик. Четвертый. Ми держишь, до ставишь. До. Хорошо. А дальше возвращаешься. Вот у тебя первый палец здесь остается. Палец здесь остается. У тебя только туда четвертый уходит. Ты смотри, у тебя идет ми, до, у тебя ми, до, а фа-то можно оставить, да? Еще раз сыграй ми, до, сыграй ми. Четвертый тут перемещаешь. До, а тут второй. Поднимай. А фа уже стоит у тебя, видишь, оказывается. Фа. Дальше играй. Фа. Фа вот тут у тебя. Ми. Подними, подними, подними. Ми. Ми, ре, си, соль у тебя. Давай еще раз их отработаем. Понятно, да? Я думаю, что ты их запомнила. Это важно очень. То у тебя позиция остается максимально устойчивой, значит, будет даваться лучше. Чище будет. Да? Еще раз давай сыграем. Ты ручку голову играешь? Нет, мне как-то вот так вот показывали уже. А, что? Мне вот так как-то уже показывали. Да? Показывали? Угу. Ага. Так, ну давай сначала играем. Давай. Сначала. Пальчики все туда. Не слышишь. Круглый делай мизинчик, иначе ре не получится у тебя. Кругленький давай, старайся. О, молодец, дальше. Дальше. Круглый пальцы все настроим. Ми держишь сейчас только до туда. А потом возвращаешься сюда фа, здесь у тебя фа.
второй парень здесь. Зря сместила руку, еще раз, ми-ра-си. Ре на месте держишь, максимально на месте держишь. Си. Тоже держишь, просто перемещаешь на другую струну. Два, три, четыре. Фа. А, да. Еще раз ми-соль, собираем еще ми-соль. Ми, от ми. Ручку. Ми, да. Два, три, четыре. Два. Да, тоже можно вообще ми сразу не отпускать. Давай попробуем ми подержать немножко. Ми. Теперь сюда перемещаешь первый пальчик. Круглика. Ми, без, ниже. Сюда перемещай. Си держишь. Теперь соль туда ставишь. Соль. Соль. Дальше до открытая. Пальчик тянут струной. Даже, наверное, не нужно, потому что нужно это проучить левой руки, да, пиццикат. Так, давай посмотрим вот из этого больше. Давай вот это, да, вот тебя дуя поиграем, да? Хорошо? Можешь, да? Ну, дуя, блин, у меня хорошо получается. И с мячком тоже? С мячком я еще не играла. А с мячком вообще играла? Какие-нибудь открытые струны, то есть песенки такие? Вот эти играла? Марш, танец? Марш я не играла, но танец я играла, где я вообще не знаю. А прелюдию играла? Прелюдию? Так нет? Нет, не хочу. Играла. Играла? Значит, не понравилось? Сложно очень было. Ну, а может, сейчас легко будет, когда было-то давно уже. Да? Ну, не очень так и давно. Ну, ладно, сейчас мы вернемся, потому что на правую ручку надо посмотреть, что там происходит. Так, ну давай другие играть, да? А пальчики где у тебя ногу? Пальчики держи пониже немножко. Что-то не поняла, почему ты три нотки сыграл? У тебя четыре. Прелюдию.
Вдруг у тебя хорошо получится. И ты поменяешь свои отношения к этой музыке. Я просто, наверное, очень получилось. Так, ну ладно, давай танец. Так, подожди, первое, что мы делаем, постоянно пальчики. Вот смотри, они даже вот ровненькие, красивые. Ты могла, понимаешь, вот смотреть и любоваться своей ручкой. В зеркало подошла, и вот какая красивая ручка, как красивые пальчики стоят. Понятно, да? А да, это даже не вот так, потому что это красивая, это что-то клешная какая-то. Сыграла. И она два раза длиннее получается. И два раза полезнее. Понятно, да? Давай еще разочек, а потом прелюдию. Вот увидишь, сейчас прелюдия тебе будет играть очень плохо после этого. Еще разочек, как сыграем. Thank you.
Хорошо, давай прелюдию потом. Да? Я вот одно забыла. Как играть с ручком по длинной ноте? Что играет длинные ноты? Нет, на весь смычок просто играешь. Длинные просто ноты. Как вот как вот этот последний ноты играешь? То есть смотри, вот так вот чуть. Нам надо закрепить правильное движение. Так тут еще легче. А какая же песенка была сложная? Ты уже забыла, какие такая сложная? Это как? Уже было в октябре. Не помнишь, да? Ну ладно. Ну тут легко, на весь мячок, тут все одинаково, тут все повторяется. Тогда, может быть, что-нибудь другое сыграем еще? Что у тебя есть еще? Какие песенки еще у тебя есть? Да, вот смотри. Только я. Как-то мы с тобой сыграли? Может, тут сыграем? Как гамма получается у нас? Можно по ступенькам. Давай. И мы сейчас сыграем эту песенку с тобой разными вариантами. То есть... Мы сыграем вообще разными. Вообще разными. Сейчас увидишь, какими разными. Сначала давай сыграй, как написано. Даже сначала пицца хатс. Давай. Все трое, ножки сюда поставить. Okay.
каждую будем дублировать, давай. А, типа по два раза? Да. Ну это я так играла. Игра? Отрежь.
новичку. Ты легат уже не проходила, да? Легат уже проходила. Проходила, играла в легат? Да? Да, легат еще был. Значит, ставь ручку. Девушка. Нравится, как практически как дом. Ба. Я к чему подвожу? Я к тому подвожу, что вот эту песенку ты можешь играть,
разными вариантами. Какими угодно. Тут песенку можно, как, вот к этой песенке можно писать вариации целые, то есть вариант вообще исполнения, и подряд играть. Понятно? Это будет полезно очень.